В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории Таласского района проведены рейдовые отработки с целью профилактики нарушений правил дорожного движения, повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества дорожно-транспортных происшествий. В селе Ахколь Таласского района инспекторами патрульной полиции за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль марки Mercedes-Benz 200. В ходе установления личности выяснилось, что он житель Сарсуского района, согласно заключению медицинской экспертизы. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. В отношении него составлен административный протокол по статье 608 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Решением Таласского районного суда мужчина лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту на 15 суток. Автомобиль водворен на штрафстоянку. Департамент полиции Жамбылской области предупреждает об административной и уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и призывает граждан строго соблюдать правила дорожного движения.